17 января. Память священномученика Николая Маслова, священника. Николай Иванович Маслов родился в 1874 году в Твери. В 1924 году по окончании духовного училища и пастырских курсов был рукоположен во священника. Служил в Твери в храме иконы Божией Матери Неопалимая Купина за Волгой. После закрытия собора в Твери в храм к отцу Николаю перешел служить архиепископ Фаддей Успенский. В этой церкви порой собиралось все оставшееся на свободе духовенство города. В 1937 году начался новый виток гонений на церковь. Почти никто из духовенства Твери не был оставлен на свободе. Арестовали и отца Николая. Ему предъявили обвинение в участии в контрреволюционной фашистско-монархической организации, возглавляемой архиереем Фаддеем Успенским. Вину отец Николай не признал. Свидетели-обновленцы подписали лжесвидетельство. Священник Николай был приговорен к 10 годам исправительного лагеря. 17 января 1939 года священномученик Николай Маслов скончался в тюрьме поселка Лыкошино после тяжелой болезни.